Всем привет! Сегодня у нас 2 августа 2019 года. Показываю вот такой вот сорт моей коллекции. Абрикос Крымский Амур. Привит на помиселекте. Размер, естественно, не крупный. На таком подвое. Ну вот. Первое сигнальное подоношение. Сейчас покажу. Посмотрим, какой у него вкус. Вид красивый, такой плотный абрикос, видно, что товарный, именно должен быть хорошо, как промышленный сорт. Держится на дереве неплохо, он у меня переспел, я был на отдыхе, у меня не было 9 дней, чуть-чуть он, конечно, переспел. Есть некоторые плоды, начали сыпаться, полностью спелые. Но на этот срок, конечно, абрикос неплохой. Это самый последний по сроку в моей коллекции из среднепоздних. Вот такой вот абрикос. Сейчас сорву. Положу на весы, продегустируем на сигнальное плодоношение, на помиселекте. Еще это дерево заболело хлорозом сильно. Что я только не делал, не мог ничего сделать, ничего не помогало. Листья вот только-только начали чуть зеленеть, то вообще были желтые, полностью желтая абрикоска. Такие вот плодяки. Елки-палки, упала. Буду полностью его обрывать весь, потому что он переспел уже. Вот такой абрикос на 2 августа 2019 года. Так, сейчас будем ложить на веса и дегустировать. Так, размер будем смотреть сейчас. У этого сорта, говорю сразу, подвой помиселект. На помиселекте плоды всегда мельчего размера, чем на сильнорослых подвоях, таких как жардель. Так, сейчас посмотрим. 60 грамм. На жарделе был бы, конечно, под соточку. 100 грамм был бы, 70. 74, 70, 79, 80 грамм. Размер, видно, такой не маленький, даже на помиселекте. 76, красивый абрикос. 65, 74. Плоды этого сорта могут быть до 120 грамм. 74. Может быть, при хорошей нормировке, при хорошем уходе, при хорошей агротехнике и на сильнорослом подвое, может быть, даже и крупнее, может быть. Вот такие вот плоды. Так, сейчас посмотрим, какая мякоть у него. Отделяется косточка, нет. Какой вкус. Так, сейчас разрежем его. Посмотрим. Это переспелый плод. Вот такая вот, видно, сочная мякоть у него. Косточка крупная. Вот такая свободная. А ну-ка, сок есть. Да, сока масса. Но это в перезревших плодах. Если рвать его на рынок, чуть-чуть зеленцой, он транспортабельный сорт. Сока много, сейчас пробуем вкус. Сладкий, как мед. Сладкий, тает во рту. Шкурка хрустит. Вот чуть-чуть недоспевший. Не такой, что прям тек. Разлупаем его. Косточка свободная. Ну, сейчас поспелее. Спелый
более. Да, сорт распортабельный. Вот он плотный. Видно, что он плотный. Он не давится. В таком состоянии его надо рвать. Именно на коммерческие цели. Вкусный, сладющий сорт. Крымский Амур. Вот, лупается отлично. Косточка, видите, свободная. Довольно сочный. Пока сейчас заварить за него ничего не буду по устойчивости. Первые сигнальные плоды. За него нужно, конечно, рассказывать, когда он уже в саду плодоносит минимум 5 лет. Конкретно за него говорить что-то. Вот такой вот красивый сорт. У кого растет он, пишите в комментариях, как он себя показывает к устойчивости, к морозам, к манилиозу, к грибковым заболеваниям. Будет интересно почитать и мне, и зрителям моего канала. А так, в целом, такой небольшой видеообзор по этому сорту. Сигнальное поношение на подвое Pumi Select. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду снимать много новых сортов видео. Думаю, будет интересно. Всем спасибо за внимание. Всем пока.